Российское историческое общество и Фонд истории Отечества при поддержке Фонда президентских грантов провели конкурс краеведов, работающих с молодежью. Прием заявок от участников конкурса, учителей школ, педагогов дополнительного образования, работников учреждений культуры, представителей общественных организаций завершился 1 августа 2020 года. Проект прошел второй год подряд. Теперь его география увеличилась более чем 8 раз. Региональные экспертные советы были созданы в 45 субъектах нашей страны во всех 8 федеральных округах Российской Федерации. Сам факт проведения такого конкурса очень значим. Он позволяет продемонстрировать специалистам, которые занимаются изучением, популяризацией истории края, локальной истории, истории малой родины, что их работа важна и востребована. Краеведы из Пензенской области стали одними из наиболее активных в Приволжском федеральном округе. Было собрано 50 заявок. Причем те лица, которые их представили, представляли не только областной центр, город Пензу, но и районные города и малые населенные пункты. Кто был автором этих заявок? Это были школьные учителя, причем не только учителя истории, но и учителя русского языка и литературы, изобразительных искусств, географии. Это были педагоги дополнительного образования, это были музейные работники, то есть те люди, кто непосредственно, напрямую работает с подрастающим поколением, тот, кто воспитывает чувство патриотизма и тот, кто действительно проводит реальную работу по воспитанию подрастающего поколения. Историческое образование в Пензенской области имеет богатейшие традиции. Эти традиции связаны прежде всего с подготовкой учительских кадров, которая началась на территории региона еще в XIX веке. Сначала Пензенской учительской семинарии, а затем в 1939 году в Пензенском государственном педагогическом институте, который в 60-е годы получил имя Виссариона Григорьевича Белинского. Конкурс позволил участникам систематизировать и структурировать свои многолетние наработки. Он позволяет обобщить интересный краеведческий опыт, выявить лучшие практики краеведческой работы. А самое главное – раскрыть человеческий потенциал. Показать и увидеть ту большую работу, которую проводят краеведы, специалисты по работе с молодежью. По итогам первого регионального этапа были определены финалисты, которые получили приглашение принять участие во Всероссийском фестивале «История малой родины. История Отечества». В ходе этого этапа прошла презентация работ перед федеральным жюри и распределение первых, вторых и третьих мест между краеведами в рамках каждого региона. Этот съезд краеведов позволил им обменяться опытом, поделиться лучшими практиками работы с молодежью. И самое главное, этот конкурс является своего рода признанием труда краеведов, педагогов, специалистов по работе с молодежью. Я уверен, что результаты конкурса будут самыми положительными. Он позволит расширить интерес к краеведению, серьезно активизировать краеведческую работу. А самое главное, конкурс позволяет обменяться опытом и наладить новые контакты.